Завьялов Алексей Борисович был востребованным актером театра и кино. В 1996 году он окончил театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу театра имени Евгения Вахтангова. На сцене этого театра Алексей Завьялов сыграл множество ведущих ролей. С 2003 года актер начал активно сниматься в кино. Он появился в сериалах «Грехи отцов», «Остров любви», «Женская логика» и в других. Настоящая популярность к нему пришла после выхода сериала «Ментовские войны». В нем Алексей Завьялов сыграл ведущую роль Стаса Скрябина. Спасибо тебе за выходные! От Светки будет особая благодарность. Ну ничего, приплюсуешь себе к пенсии. Доживешь с собой до пенсии. Чего случилось-то? Всего в фильмографии актера около 40 проектов. Он играл главные роли в фильмах «Адъютанты любви», «День гнева», «Короли игры», «Атлантида», «Зоя» и в других. Популярность Алексея Завьялова росла. Сколько интересных ролей он бы смог еще сыграть. Несчастье с актером произошло летом 2011 года. Алексей Завьялов учился прыгать с парашютом, и 7 августа был его выпускной прыжок, который оказался последним. При спуске на землю в актера врезался другой парашютист, и они вместе начали падать. Второй мужчина скончался на месте, а Алексея Завьялова доставили в больницу. Актеру провели несколько операций, но ничего не помогло. 30 сентября 2011 года сердце Алексея Завьялова остановилось. Ему было всего 36 лет. У него осталась жена и 2 детей. 2 октября состоялись похороны актера на Хованском кладбище Москвы. С Алексеем Завьяловым пришли проститься его коллеги и большое число поклонников.